Но я думаю, что все это будет продолжено после игры. Лацио чемпион, вроде бы как сдает свои полномочия, а Рома, извечный соперник, готов занять место. И вот удар, и гол. И кто же? И тот самый Батистута забивает гол. Габриэле Батистута. И Рома выходит вперед. Вы представляете, какой важности этот гол? В этом суперважном матче. Супер соперником. Вечно, как этот город. 1-0. Ай, Батистута хорош. Подошел к телевизионной камере и заглянул в нее. Что же там творится, дорогие друзья? Это трудно представить, это можно только лишь почувствовать. Вот смотрите, стадион, и вот подача Дель Векио. Рядом с ним Панкаро. Тот успевает поднять голову, Панкаро его не атакует. Подача. И на каких-то там 40 сантиметров чуть раньше у мяча оказался Батистута, нежели оказался у мяча Михайлович. И в одно касание внешней стороной в дальний угол Тотти, а Неста отвернулся. И мяч, видимо, попал внешней стороной, пытаясь подкрутить мяч, но не получилось. И вот еще сверху эпизод, когда...